Всем привет, с вами Юмилия. Как и говорила ранее, буду и в дальнейшем делать реакции на скетчи. И сейчас буду смотреть его видос под названием «Гинеколог». Мне посоветовал посмотреть его Русь и сказал: вот, Юля, посмотри этот видос обязательно, вот прямо этот видос, он очень угарный, очень смешной. Поэтому why not? Поехали! Гинеколог. Вообще, изначально хочу сказать, что это странно. Скетчи, парень, видос про гинеколога, про девушку. Ну, посмотрим. Располагайтесь. Блин, мне кажется, самое стрёмное — это ходить к мужчине-гинекологу. Ну, я понимаю, врач, это бесполое существо, вот эта вот любимая многими фраза, но все же... Не знаю. Так, если меня смотрят девчонки, вы ходили к мужчинам-гинекологам? Напишите в комментариях, о боже мой. Я говорю это в основном на мужскую аудиторию, я понимаю, звучит это странно, но тема ролика такая, располагающая к подобным вопросам. Так, это что такое? Как? Что? Это писька? Я понимаю. Почему не бритая? Мне муж не разрешает брить. Где ваш муж? В коридоре. Можно вас на минутку? Это что такое? Ну как, что? Писька? Почему вы ей брить не разрешаете? Да, в принципе, я не возражаю. Пусть брит. Вы же говорили, он вам не разрешает. Это не мой муж. А вот, видимо, это муж, да? Какого фига? Меня только одну смущает, что он достал телефон и... Вот же урод. Мне со стороны девушки очень жалко эту бедняжку, которая все это перетерпела. Просто какой-то ужас. Шутка смешная, ситуация страшная. Да, вот пишут в комментариях. Вот я соглашусь, полностью соглашусь. Мне так ее жалко просто, боже мой. И тут мужики такие: да ладно, ничего страшного в этом нет. Нифига подобного. Для каждой девушки, мне кажется, это очень-очень стрёмно и страшно. Ужас. Вот нафиг ходить к мужикам в гинеколог. Хотя кто знает, что с женщиной гинеколога может произойти. Вообще, это такая щепетильная тема, поход к такому врачу. Ладно, если был бы женский канал, я бы что-нибудь такое рассказала, но не буду я вас грузить, там не буду раскрывать всякие вот эти вот бабские штучки. А с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Спасибо за просмотр, надеюсь, видосик поднял вам настроение. Ссылочка на скетчик, скетч, будет в описании, и всем пока!